Друзья, всем привет! Вчера мы только приехали со всероссийского турнира по рукопашке из Курска. Там наши ребята завоевали золотую медаль и серебряную медаль. Сегодня мы вам покажем, как тренируются настоящие чемпионы. Эта тренировка будет направлена на функциональную подготовку рукопашника. Смотрите, ставьте лайки. Первое упражнение из бокса. Нырок плюс двойка. Двойку пробиваем не в партнер, а туда, в пространство. Давай покажем. Сейчас ты пробесишь. Вот здесь. Вот здесь нырнули, ребят. Я пробил. Он сейчас другой рукой вот сделает. Раз, я пробил. Давай боком покажем. Вот справа сделай. Вот я нырнул. И здесь двойка. Вперед. Если он этой рукой бьет, я сюда нырнул. Пробил туда. Вот так делаем 5 раз я, 5 раз Женя. На разминку. Я первый. Ты кидай. Ты считаешь. Здесь самое главное, ребята, ручки у подбородка держать, когда мы рук делаем. Ну и двойку хорошую пробивать. Четкую классическую двойку. Теперь ты, я с левой руки. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Не забывай. 5. Следующее задание из классической рукопашки, ребята, раскидываем ноги. Я ухожу от его атаки двойкой, я вот назад ухожу и сразу в корпус пробиваю middle kick. И так 5 раз. Он сейчас опять так же двойку бьет, я ухожу другой ногой. Чуть-чуть скользко, ребята, работаем такая средняя, даже можно сказать низкая скорость. Но самое главное техника. Все, поехали, 5 раз. Раз. Два. Три. 5. Сейчас меняемся. Раз. Два. Все время стараемся вот в челночке работать. Немножко вот двигаемся вот так вот. Три. Четыре. Пять. Следующее задание направлено на функциональную подготовку и проход в ноги, ребята. Проход в ноги – это один из основных бросков из борьбы. Смотрите, я буду бежать на месте, делаю такой вот бег, а Женя скажет «Хоп!» Я ножки откинул, встал и поднял его. Задача – 3 раза. Хоп! И вот здесь – хоп! Проход. Хоп! Ближе, ближе. Хоп! Сейчас меняемся. Давай со спины покажем. Вот так вот чуть-чуть, да. Побежал. Хоп! Не забывай. Ноги откидывай. Побежал. Хоп! Еще разочек. Давай. Хоп! Отлично. Заключительная работа нашей тренировки, ребята, на турничке. Сейчас делаем 15 скоростных подтягиваний, я 15, Женя сделает 10. И сразу, не спрыгивая, ставим уголочек. Я держу 20 секунд, это работа на статику. Я 20 секунд держу, Женя 10, ему чуть поменьше даем. Подтягивание с рывками, напоминаю, на скорость, на взрыв. Ты считаешь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Не спрыгивай, работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Меняемся. Он делает 10 подтягиваний и 10 секунд пресс. Приготовились? Поехали. Раз, два, три, темп поймай. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уголок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Друзья, давайте подведем итоги. Наша тренировка заняла 45 минут примерно по времени. Начали с бега, с разминки, потом перешли к специальным упражнениям рукопашника и в конце поработали на турничке. Работа была на, как я уже сказал, на физику. Задачи не было сильно загрузиться. Немножко подышали, размялись. В общем, основная тренировка будет завтра уже на ковре. Все, на этом прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь, ребята.